поход выходит при поддержке ООС «СЗК в Кирове. 12 часов и 6 минут. Добрый день. Это программа Культ Поход. Все верно. Мы будем с вами до 12.40. Как обычно, у нас будет интересная тема, интересные гости, будет розыгрыш призов. Сразу же напоминаю номер нашего телефона 211-101. Слушать нашу трансляцию можно в телеграм-канале Радиостанции Кировград. И кроме того, предупреждаю, что один из вопросов именно в телеграм-канале вам и будет задан. Так что следите внимательно. Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Да. Здравствуйте! Хорошая солнечная пятница. Отличное время, отличное время для того, чтобы строить планы, да, узнавать о том, куда можно сходить и какие интересные мероприятия посетить. И сейчас мы представим нашу гостью и будем подробно говорить об очень интересном учреждении. Да, потому что сегодня с нами в студии Светлана Михайловна Бушмелева, заведующая музеем истории народного образования Кировской области. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Светлана. Михайловна. Здравствуйте. Вот, вот название учреждения, которое вы возглавляете, оно какое-то очень серьезное мне всегда казалось: музей истории народного образования. Образование, каждый должен знать историю и так далее. Вот и народное вас... еще. Да, и народное. Все у вас там строго как-то, да? Конечно, конечно. Все серьезно. Да. И на самом деле, вот я, например, с тем, что в названии нашего учреждения есть имя, то есть прилагательное «Народный». Mm -hmm. В нашем городе два учреждения. Областной дом народного творчества mm -hmm. и э, Кировский областной музей mm -hmm. истории народного образования. Ну, это название, оно в сердцах всех присутствующих в студии особым теплом отзывается, потому что все у нас педагоги здесь, да, находящиеся за столом. Точно, Педсовет. Педсовет Ну что, давайте будем объяснять, рассказывать нашим слушателям, чем мы живет в настоящее время музей, какие интересные мероприятия там у вас организуются и проводятся, старый млад может прийти, да, насколько мы понимаем. То есть достаточно такая... Можно даже начать с того, где находится, комплекс, да. где находится потому mm -hmm. что я уверена, что есть часть наших горожан, которые даже сейчас, наверное, задались вопросом, да, где находится такой музей. Поэтому, к тому же, здание это историческое, поэтому, слава mm -hmm. Михайловна, обязательно расскажите и про само mm -hmm. здание тоже. Конечно, я думаю, что даже больше, чем добрая половина жителей нашего города и области не совсем в курсе. Но, вы знаете, меня это совсем не удивляет. Поэтому лишний раз напомнить, что наша Кировская область обладает, я не стесняюсь этого слова, уникальным музеем. Не в каждой области есть такой музей именно истории народного образования Кировской области. Он находится в самом сердце нашего города, на улице Московской, дом 33. И на самом деле когда-то... Это здание, построенное в 1791 году, было на окраине города, а сейчас мы в самом центре, и мы очень радуемся и даже гордимся, что мы находимся на улице Московской. Это действительно улица, которую я называю жемчужиной нашего города, потому что она оказалась на луче, на старинном луче, то есть она всегда была У -у -у. в этом городе, и это приятно осознавать, что вокруг нас историческое пространство, то есть те э, здания, которые окружают и наши здания, в том числе, они тоже приблизительно одного возраста, поэтому это такая тоже определенной степени заповедная вятка, которая вот она на ладошке угу. нашего города. Слава, Михайловна, вы так тепло об улице Московской отзываетесь. Вот у меня сейчас сходу родился просто вопрос, ага. может он для вас немножко будет неожиданным? но многие годы мы знаем в нашем городе ведутся разговоры о появлении полноценной пешеходной улицы, да, и уже есть новости о том, что Спасская, да, у нас вот с этого года ну, еще проект да, да, да выходных дней да, но до сих пор спорят вот все-таки Спасская или Московская должна быть пешеходной. Вот позвольте ваше мнение узнать по этому поводу, если бы вы находились на пешеходной улице, например, Московской. Вы знаете, я в этом плане демократична. Mm -hmm. Я буду согласна и со Спаской, и с Московской. Mm -hmm. Мне нет тут какого-то конфликта мнений, потому что и та, и другая улица достойны того. Поэтому пусть будет Спаская, я с удовольствием mm -hmm. буду ходить по Спасской, это тоже рядом с нами. Если будет московская, я тоже буду радоваться. А тут, понимаете, много с этим процессом, ведь это же не первая попытка да, сделать конечно, улицу да, пешеходную, да, да. так называемый ядский арбат, и много всего уже в прошлом мы проходили. Но я думаю, что тут нужно четко посмотреть, насколько это будет эффективно именно для города. Потому что на той и на другой улице много определенных учреждений, которые, ну, скажем так, их никуда не сдвинут с места. Угу. Вот. И для них это будет тоже в определенном смысле какая-то проблема. Поэтому лучше сто раз отмерить. Угу. В общем, обдуманно подходить к этому да? делу, да. Да, ну, я что? за это. Да, давайте продолжать разговаривать, да, о жизни музея. Не случайно, мне да. кажется, вот в вашем здании, да, вы сказали о том, что здание построено еще в конце XVIII века, да, и не случайно там разместился музей истории народного образования, да, потому что очень долгое время в этом здании, насколько мне известно, размещались школы и там даже учились очень известные люди, да. И... Конечно. Конечно, все не случайно в этом здании. Я вообще такой апологет мнения, что вот такие здания, как наши, да, начнем вот со здания, они создают вот ту необыкновенную атмосферы, атмосферу городского э, пространства. Вот когда к нам иногда приходят э, гости, ну не просто иногда, всегда приходят гости, но вот особенно из столичных городов они сразу знаете какую э, фразу произносят, как у вас атмосферно. Но это это потому, что здесь играет два фактора. Практически половину жизни это здание Жила как особняк, городской особняк для вятских обывателей, и дальше, с легкой руки Якова Алексеевича Прозорова, в лоне образования оно жило тоже. И в общем-то до конца XX века образовательные учреждения находились в этом здании. И вот как совместилось. Я вообще всегда думаю о том, что вот эти три единства дом, школа и храм а у нас тоже рядышком uh -huh. храм. Екатерининский. Они для человека, для любого человека, наверное, вот эти три кита по жизни. И в нашем здании все вот это очень гармонично совпало. Поэтому... А что особенно дышит вот этим историческим, исторической атмосферой, там, 19 веком, предположим? Ну, во-первых, угу. э я напомню, что это не просто дом, это главный угу. дом усадьбы. Угу. Соответственно, усадьба простиралась практически, вот, ну, не практически, а от улицы Московской, э граница улицы Володарского, то есть э еще до практически улицы Преображенской, вот там, где земляной вал находится, да, вот это вся была uh -huh. огромная территория усадьбы. То есть лавки слева от нас, где сегодня различные заведение, Нет. значит, не назовем это так, находится справа дом, где банк, это тоже наше здание, угу. внутри есть флигель, ну, соответственно, там находились и хозяйственные постройки, и бани, и сад, и все это, и вы знаете, что я даже помню, что еще в 80-х годах 20 -го века сохранялась часть ограды по улице Володарского но вот когда строили здание рядом по Володарску с банком вот это вот где спортивное сегодня спортивное занятие uh -huh. проходят вот снесли вот эту часть ограды вот это очень печально но слава богу на фотографиях это осталось то есть мы можем мысленно хотя бы реконструировать Ну, и вот вы говорите про это вот про про особый дух, особый истории. дух да. ведь мы же входим на территории нашей усадьбы через ворота uh -huh. ворота и вот эти ну, ворота, конечно, были деревянные первоначально, это логично. Но вот пилоны и львы, которые uh -huh. на них восседают, вот. Они, конечно, вот уже настраивают на то, что здесь необыкновенное здание, что здесь есть своя история. Но надо сказать, что ворота были и восточные, сохранились только западные. Но у нас есть еще в наших в хранилище есть фотография вот западных ворот уже в 20-е годы со стороны вот усадьбы. То есть мы Точно знаем, что и на старинных фотографиях начала XX века тоже с той стороны здания львы на пилонах тоже были. То есть их было четверо, остались только два. Но а, буквально два года тому назад а, вот эти львы они спустились с небес на землю первый раз за неизвестно сколько лет, но ну, не менее ста, конечно. Мы, вы знаете, я вот пользуясь случаем, хочу сказать, что в своей большой жизни я впервые встретилась с таким удивительным фактом, когда человек, наш сосед, ну, я назову его Никита Владимирович Пятышев, он сам обратился к нам. Давайте мы с вами, я вам помогу отреставрировать Львов и пилоны. У него соответствующие навыки есть, да? Или, нет, или он, у него он есть вообще? средства, а. чтобы самых ну, лучших обеспечить. специалистов То есть, да. обеспечить. О, оплатить. Да. Да, работу Потому что я так понимаю, uh -huh. это все не так просто, ведь это объект культурного наследия. Конечно. Так кто же нам это бы сделал? Да, конечно. понимаете? Прекрасно. И они я... были я... Вы знаете, я, я просто хочу сказать, что вот, опять же, для меня это первый случай в нашем городе, когда человек абсолютно... Из добрых побуждений. Угу. И когда львы спустились, мы ведь смотрите: их рассмотрели, отфотографировали. Они оказались разные. Да. Один поменьше, другой побольше. И сразу родилась легенда: может быть, это учитель и ученик. Ну, как это перекликается, да, с историей меценатства, благотворительности, да, да, да. которые непосредственное отношения имеют, это здание, да. Да, и мне вот. Вот в принципе очень бы хотелось, чтобы и э, другие другие люди тоже как-то этот пример брали на вооружение, угу. потому что вот я как член общественного совета при управлении э, при госохране, управлении госохране объектов культурного наследия мне вот это особенно близко. Мне очень хочется, чтобы вот это здание, оно сохранилось, и мы со своей стороны стараемся, ну сколько у нас уже есть возможностей, угу. чтобы оно стало внутри чище, чтобы э, там царило все-таки и дух образования и культурная среда, то есть обязательно, вот для меня это очень важно, чтобы дети и взрослые, приходя в наше здание, они ощущали вот это, во-первых, причастность к нашей истории, к истории не только э, нашего города, но и к истории Вятской губернии, ну и, собственно говоря, отсюда вот я должна сказать, что на сегодняшний день мы работаем в полном, то есть во всем здании, а это на минуточку 800 квадратных метров. Вот. И у нас э, я так решила, что на первом этаже у нас будет все-таки образовательные центры и временные выставки. Но они все связаны косвенно, либо прямо с образованием, угу. с историей образования. Вот, например... Да, мы уже да, к, как в, сейчас да, к наполнению да, перешли, да, 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 что вот непосредственно я, можно увидеть. Я и хотела вам сказать, uh -huh. что вот э, просто... Вот я расскажу только о сегодняшних, да, что вот сейчас непосредственно. Uh -huh. В одном из помещений, то есть у нас это называется классы, выставочный класс, у нас располагается выставка «Живописное краеведение». Это просто моя ну, скажем так, мой конек. Мне очень хочется, чтобы дети и студенты и любые посетители, которые приходят к нам в музей, с помощью художников современных постигали наш город. И вот там работа, кстати, практически все представленные работы наших авиатских художников, они как раз тоже работают педагогами. Вот. Но их работы в, данный, в данном контексте, они тоже, во-первых, привлекают э, внимание mm -hmm. как места нашего города или нашей области. Соответственно, вот у нас в воскресенье приезжал оркестр из Семенова к нам, приходил полдня провел в нашем музее, и они, знаете, они вот увидели фотографию с, ростон, с ротонд, mm -hmm. ой, простите, фотографию а, живописную работу с Ротондой, и сразу «О, мы здесь были!» mm -hmm. То есть вот эта вот магия восприятия, Effectus. она mm -hmm. тоже воспитывает. И поэтому вот я считаю, что как раз наше здание, это э, как раз то, что должно воспитывать в том числе и отношение к городу. Mm -hmm. Чтобы дети, ну и взрослые, понимали, а зачем сохранять Сохранять. вообще этот вопрос у меня всегда на устах а зачем сохранять старое потому что у нас и здание старое и те музейные предметы uh -huh. они тоже старые и вот этот вопрос сакральный да а зачем сохранять потому что сегодня многие рассуждают мы все завед... забросим в цифру и... и зачем никаких музеев уже не нужно и так далее вы знаете ну вот мы как раз Своим музеем стараемся угу. это мнение... Как да, вообще, чтобы понять, поменять. понять себя, понять, да. как, понять своих родителей. Я прекрасно да. помню, как мы с сыном ходили к вам в музей, да, там же есть возможность посидеть за партой. А, даже не знаю, каких она годов, по-моему, совет, советская. Разные есть 40-х годов и есть, представьте, 90-х годов. Парты, да, конечно. конечно, когда ребенок садится за такую парту, да, может быть, что-то открывается о своих родителях. Обязательно. То есть вот эти э, тайные смыслы а вообще музей это ведь территория смыслов а уже наш музей мы же не можем что-то такое сверхъестественное там какие-то э, изысканные артефакты показывать uh -huh. мы о простом но это простое и есть родное близкое оно здесь оно было в Вятке поэтому вот мне кажется тут как-то все совпадает затем у нас есть выставка но ну, это моя любимая тема это выставка фотографии Евгения Фофанова узнай Вятку архитектор Иван Павлович Чарушина. Uh -huh. а это тоже учитель и это учитель не просто всех нас э, как образец э, образец человека и образец отношения к делу он называл свое дело коренным делом и вот сегодня mm -hmm. вот это отношение к профессии я тоже считаю что нужно воспитывать и воспитывать на примере вот таких людей которые создавали город, и мы сейчас, в общем, о а чем мы можем еще похвастаться? Вот только по сути дела. о а какой эпохе идет речь? А, а это а фотографии, иван... которые были сделаны современным фотохудожником uh -huh. Евгением Фофаным. Но у нас есть и, что называется, сравнить, то есть как те было, здания. как стало. Да, как uh -huh. было, как uh -huh. стало. Работы, фотографии работ я тогда поняла, Ивана Полончича Чирушина. Uh -huh. а ну не он... всех, конечно, uh -huh. да. Но так как uh -huh. он работал в нашей губернии. Uh -huh. Потом области 50 Мы понимаем, лет, да. да, да, да считается, Конечно. Что, считается, что около 500 да, объектов да. примерно Он сам составляет. В его личном наследие. деле uh -huh. да, не смог сосчитать uh -huh. в советское время, uh -huh. да, когда в стоя... входил в состав Союза советских архитекторов, там нужно было перечислить все работы, которыми uh -huh. ты являешься автором. И вот я видела это личное дело, там написано более, наш, uh -huh. более 500, 500 работы uh -huh. и общем, вот, там перечисления. Да. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому вот я считаю, что воспитание это на образцах, на Примерах. Mm -hmm. Вот. Это очень важно, и там тем более целая династия. Но уж про Евгения Ивановича тоже отдельная тема. Это вообще mm -hmm. детство. То есть это все, что называется, и художник, и писатель, и это все про детство. А детство это ведь не только до школы, но и в школе. Это тоже детство. Мы сейчас как-то стали больше детей взрослыми сразу считать. Они только вылупились из гнезда и сразу же такие взрослые. Они сами себя так считают. Так ну ладно, это тут отдельная тема. Дальше у нас сегодня есть временная выставка, которая буквально на днях открылась. Она называется Мой любимый учебник. Вот. Мы работаем с разными учебными заведениями, в том числе с художественно-технологическим лицеем города Кирова. И вот даем им какие-то задания, например. и они сделали такую выставку на нашей площадке лицо учебника. То есть мы это название... А у вас мозги. есть какие-то исторические учебники вообще? Какой Конечно. Самый, самый старый учебник, который хранится ну, в вашем музее? У нас Каких годов? есть учебник 1870 -го года. Угу. То есть это вот ну, практически середина, угу. конец 19-го. Учебник 19 по какому то да. У меня такой по же арифметики. Да. <laughs> да, вообще у нас угу. математических учебников достаточно много, и они очень интересны, потому что там дух времени. Угу. А там вот эти вот архаизмы на каждом шагу в задачах. Да? Ну, 70-й год, 19-й век, это же можно считать, наверное, начало рассвета народного образования, да? Да, конечно. Да, прямо да. Вот такой бум. Да, да, да время да, открытия да, первых да, учебных да. заведений для девочек, ну, по крайней да. мере, в нашем, да, в в нашем губернии. В 1859 году, в угу. янско маринской гимназии ну, как училище, женское училище первого А девочек обучали математике? Вот я не помню. Ну, конечно. Да, арифметики. Конечно. Я думала, ну, вдруг у них какие-то пение, А вот, кстати, ответьте мне на вопрос, какой предмет э, до 1918 года был первым вот э, в ранге, допустим, аттестат об ага. вот, И какой предмет То есть, вроде ну, на как первом месте? Самым главным считается. Ну, ну, у нас да. розыгрыш да. начался, но только розыгрыш а, ведущих. Да, слушайте, это нам, ведущим, вопросы. Ни слово Божие, нет, ни какой-то церковный, может быть. Ну, а как он назывался? Как же, как же? Слово Божие. Правильно? Да, горячо. Богословие, что ли, что там какое-то? Нет? Так, два варианта я услышала. Да. Правильный ответ – закон Божий. Закон Закон, вот друзья язык, мои. Вертелось, mm -hmm. да. Mm -hmm. Закон Божь. Божье, А да. на втором месте? Mm -hmm. Ой, ну мне хот... что арифметика. Mm -hmm. Нет? Ну я за русский язык все таки Так, победила Володя. Русский язык. Это мой любимый язык, на котором мы все говорим. И мы в нашем музее русский язык постоянно... На, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди uh -huh. используем и по назначению. Ну, а тоже. нам, сотрудникам радио, тоже, собственно, нельзя да, да, без уважительного да, да, отношения, без трепетного да. даже, я бы сказал. А, правильно я помню, языке. что вот в, в здании, в котором сейчас находится музей, там было городское училище, и там да. обучался Александр Грин, да, будущий конечно. писатель, да, раз уж мы говорили uh -huh. заговорили о да, русском да. языке. И мы вот с вами uh -huh. плавно переходим по нашей старинной лестнице uh -huh. на второй этаж, где у нас две постоянных экспозиции и одна частично экспозиционное пространство, тоже постоянно музейные предметы экспонируются. Так вот, первое — это история авиатской школы до 1917 года, а затем школа в годы Кировской области в годы Великой Отечественной войны. Это полноценные экспозиции. И, конечно, та экспозиция в зале или в классах, как мы говорим, это школьная библиотека. То есть в советской школе мы, это то помещение, в котором мы развиваем тему советской школы к сожалению вот э, до так сказать э, ранее не была такая экспозиция создана поэтому мы приходи нам приходится сейчас вот такими шаг шагами двигаться чтобы все-таки феномен вятской школы э, советской школы скажем теперь уже получается уже кировской угу. школы открыть потому что есть и персоналии есть и документы есть и фотографии а есть какие-то экскурсии вот прям с погружением да вот в, в эту историю какую-то, ну, интерактивную. Советская школа? Да, интерактивная. Нет, вообще в музее в целом. Ну, вы знаете, вот э, если, например, э, говорить о школе в годы Великой Отечественной войне, войны, э, то я сама там работаю, ну, собственно говоря, я на всех uh -huh. площадках работаю. Так вот, э, там э, у меня много таких элементов, которые, э, ну, включая, включают, конечно, интерактив. Uh -huh. То есть, во-первых, э, музыку я использую. Во-вторых, я использую и видеозаписи тех замечательных людей, которые рассказывают в пространстве этой экспозиции о том, как они жили, будучи детьми, как они ходили в школу, делятся своими воспоминаниями. И это тоже всегда вызывает очень интерес большой у тех и ребят и взрослых, которые приходят. Ну и, конечно, мы же пробуем и чистописание. То есть мы, конечно, mm -hmm. за партами пробуем писать и вот перо? буквально... пером или карандашом? пером, Перорыш, пером, пером да, конечно да, да. по прописям вот. но это это понимаете это всегда интересно потому что сегодняшние ребята они даже не знают как перо в какой как его повернуть а про то, что опустить в чернильницу, что такое перочистка конечно, это уже такое далекое. Конечно. У нас скоро, да, у нас скоро будет небольшая рекламная пауза. Мы должны возрастные ограничения все-таки напомнить. Выставок uh -huh. мышь, мышь средства массовой информации ноль плюс. Uh -huh. Да, а, да, то есть без возрастных ограничений. Да, да. В любом возрасте да. можно это все посетить. Я напоминаю, что мы беседуем со Светланой Бушмелевой, заведующим, заведующей музея истории народного образования на Московской 33. Скоро начнем розыгрыш. И, кстати, первый вопрос я запускаю в наш телеграм-канал «Радио Кировград». Заходите туда, не буду озвучивать его в эфире. Читайте там, звоните для того, чтобы на него ответить по номеру прямого эфира 211-101. Культ. 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 Продолжается культ поход. Сейчас Светлана озвучит те призы, которые мы сегодня разыгрываем, и будем э, задавать вам вопросы. Все просто. Мы разыгрываем пригласить да, у нас уже звонок. Уже звонок. Есть, да. я предлагаю все-таки озвучить сначала да, наши призы, а затем принять звонок первым. Да. Итак, у нас есть пригласительные билеты в кинотеатр "Дружба и смена", есть пригласительная вятскую филармонию на концерт песни "Жизнь моя" солистки вятской филармонии Ирины Беляевой. Это мероприятие пройдет сегодня, в 18:30, ограничение 12+. Пригласительные в театр на спаской на двоих на спектакль повести Белкина 27 апреля, 18:00, ограничение 12+. Также книги от магазина «Читай город», «Колм Тойби», «Волшебник 18 плюс», «Мария Бурос», «Максим Кронгаус», «Тысяча лет и один день», «Ограничение 6 плюс», «Елена Михалкова», «Ваш ход», «Миссис Норридж» 16 плюс, «Владислав Крапивин», «Мушкетер» и «Фея», «Ограничение 6 плюс». Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговых центрах «Театро», «Крым», в торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской и ТРЦ «Фестиваль» пригласительная в галерею «Прогресса» сразу на две выставки. Это выставка «Молодого искусства. Мы. Ограничение 6+.» и проект Space. Также у нас есть очень интересные сегодня подарки. Да, Светлана Михайловна От Светланы Михайловны, от, э, Светланы Михайловны Бушмелевой, да, заведующей Музеем истории народного образования Кировской области. А, с, подарки, связанные с, с самим зданием, где находится музей. Светлана Михайловна, сами расскажете, наверное, да, что это за mm -hmm. призы необычные. Надо как-то описать, потому что они стоят перед нами У меня возникла идея все это в вопрос превратить там, ага. с какими животными ассоциируется Ну да ладно мы уже об этом поговорили Конечно. Я думаю что это слишком легкий вопрос да, Давайте да. все таки да Опишите что же это да. за такие экспонаты Это это скульптуры uh -huh. которые на которых изображены львы Львы лежащие, потому что скульптуры львов могут быть и стоящие в том числе, но они наши вятские тоже, потому что их автор – это Зинеда Ивановна Бушкова, наш замечательный вятский художник, скульптор, который, с которой мы очень подружились. Она художник-педагог, она преподает, и мы очень рады, что именно вот эти скульптуры сегодня будут разыграны. Это память о том, что у нас на Вятке есть талантливые люди, и художники, и педагоги. Давайте принимать звонок. Мы а, еще вопрос не на, задали А Вопрос-то а, в, в вопрос Телеграм-канале надо было а, прочитать. Ага. Да, давайте. Алло, добрый день, приветствуем вас. Как вас зовут? Добрый день, Светлана. Светлана. Вопрос был связан с Яковом Прозоровым, да? Прозоровский да. особняк, в котором находится Музей истории народного образования. И вопрос был связан с должностью, которую занимал в нашем городе Яков Алексеевич в определенные годы. Ваш ответ? Городской голова. Да, все абсолютно верно. вот Думаю, такой... что сейчас это, наверное, губернатор назывался. Бы. А, нет, у нас Мэр. же. Мэр. Ну, у нас же должность главы города и сейчас тоже есть, да, собственно, вот перекликаются эпохи. Ну, правда, глава администрации у нас еще есть. Часто их путают, да. В любом случае, мы вас поздравляем. И тот приз, который мы разыграли именно в телеграм-канале, он достается именно вам. Это билеты на закрытие фестиваля Вятская весна 23 апреля в Вятской филармонии. Так что. Хорошо вам провести время и поздравляем с этой победой. Всего Спасибо. доброго. Да. Не кладите, пожалуйста, трубку к нашему редактору. Еще с ней можете пообщаться. Вот теперь, Светлана Михайловна, вы можете задать вопрос нашим слушателям. Мой вопрос будет достаточно простой, но для этого все-таки нужно быть знатоком нашего города, и в том числе. Угу. Скажите, пожалуйста, какое предприятие? на рубеже 19 20 века было монополистом, которое обеспечивало все учебные заведения вятской губернии своим своей продукцией и Что школьными, за школьными партами а и картами и даже музыкальными инструментами и приборами для физики, для химии и наглядными таблицами. Ой, все, я до Я так сейчас перевожу на современность, то есть предприятие монополист, да, которое бы сейчас антимонопольная служба заинтересовалась, да? Нет, это было очень большое просто предприятие, которое было практически, ну в будущем будет одной из самых крупных в Европе, поэтому оно не то что монополисты, оно производило все и обеспечивало просто всех, все школы и не только нашего города. Да? Ну, всей да. губернии. Да. То Все губернии. Есть я и говорю, что это да. предприятие Монполист для губернии 211 101 Ждем ваших звонков. Времени остается не так уж и много. Очень любопытный вопрос. Подсказывайте? Да, может быть, что-то об этом предприятии существует. Оно сейчас ну, на сегодняшний день осталось здание, здание которое, угу. конечно, совсем недалеко отсюда. Тоже поблизости угу. от нашего здания на улице Владимирской. Угу, угу. Сегодня Карла Маркса. Это красно-кирпичное здание. Угу. Ну вот у нас уже есть звонок. Я пожалуйста, думаю, что, да? принимайте. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Константин. Как вас зовут? Да, Кон Константин. Константин наш да, постоянный да, слушатель, да. Знаю. Итак, услышали ли вы вопрос? Есть ли у вас ответ? Какое здание обеспечивало. Какое предприятие, да, какое да? предприятие да, обеспечивало школьным оборудованием практически все школы губернии? Не, пол, не, получ... не получилось. Да, Давайте... Находится... Давайте еще пытаться. Жалко, Надеюсь, конечно, что это да. вы не вопросом uh -huh, испугали. Uh -huh, uh -huh. 211-101, остается пару минут буквально, для того, чтобы вы успели ответить на этот вопрос. Еще подсказываем. Ну, в советское время, на улице время, Карла Маркса, да. На, Карла Маркса, да. Угу. на углу, собственно говоря, большое здание, которое в советское время тоже занимало предприятие. И практически до конца 20 века это предприятие успешно работало и называлось это предприятие физприбор. Ну, уж мы, мне кажется, все раскрыли. Вот Можно еще сказать, что, конечно, там в советское время появляется еще, ну, превращается. В более крупное предприятие, расширяется. поэтому расширяется, да. поэтому приобретает иное название. Я думаю, что мы, мы будем в зачет и название тем советское, более, да. и да. дореволюционное. Да. Давайте да. вспоминать, давайте вспоминать, Тем, как тем уже... более. Есть что... звонок. Есть звонок. Да. Да. Угу. Принимайте. Да. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Это физприбор um, до этого была мануфактурная, вернее мастерская э, по изготовлению учебных пособий в земство Да Конечно, да. конечно как, как называется Да Давайте еще. Давайте я четко назову, mm -hmm. назову название этого предприятия Мастерская и склад учебных наглядных пособий Вятского губернского земства mm -hmm. Я не просто задала этот вопрос, потому что мы должны очень быть благодарны вятскому губернскому земству. Вот, и за это предприятие тоже и за то, что оно очень поддерживало школы и э, учителей. Поэтому много сделала для того, чтобы вязкая губерния не была темной и безграмотной. Светлана, мы вас поздравляем. Передаем вас нашему редактору, потому что времени остается не так много, и вы уже с ней договоритесь о том призе, который хотите получить. Буквально минута у нас остается. Минута остается, да. Давайте приглашать в музей. Московская 33. Как вы работаете? В какое время можно? Мы работаем да. с понедельника по пятницу с mm. Для посетителей мы работаем сотрудники с 9, а посетители с 10 до 17.30. В четверг, как и все другие музеи, мы работаем с 12 или с 13, угу. точнее, с 13 до 19.30. Угу. Из четверг подольше. Если, да. если я не да. ошибаюсь, у вас ведь вход бесплатный. Нет. Или по билетам? Нет, у нас есть билеты. билеты. Они очень гуманные. Да, вот, видимо, мне показалось, что это. Доступные, доступные. Спасибо. Благодарим Светлану Бушмелева, заведующая музеем истории народного образования. Благодарим за эту встречу. Я думаю, что еще найдем повод, да, для того, чтобы пообщаться. На этом культ поход завершен. До свидания.